На мой взгляд, он один из величайших наших современников. Подобного ему нам уже не встретить. Его имя будет жить в истории. Оно будет жить в аналах войны, в легендах Аравии. Уинстон Черчилль. Кто он? Бедуин. Дафас! Как твое имя? Мое имя только для друзей. Среди моих друзей убийц нет. Лоуренс Аравийский. Вперед! На протяжении четверти века вокруг имени Томаса Эдварда Лоуренса ходили жаркие споры. Ни один наш современник не удостаивался такого количества похвалы и такой критики. Первый художественный фильм за 5 лет от авторов «Моста через реку Квай». Лоуренс Аравийский. Лоуренс Аравийский. Человек, который разрывался между двумя цивилизациями. Лоуренс Аравийский. Фильм, снятый по мотивам феноменальных событий. Columbia Pictures представляет фильм Сэма Шпигеля и Дэвида Лина. Лоуренс Аравийский. Лейтенант Лоуренс не ваш военный советник, но мне интересно его мнение. Черт побери, Лоуренс, вы чьи приказы выполняете? Принца Фейсала. В шатре Фейсала. Питер Атул в роли Лоуренса Аравийского. Каким он был на самом деле? Этот таинственный персонаж, который при жизни стал легендой. Я никогда не встречал столь выдающегося человека. Он был великим. Он был поэтом, ученым и могучим воином. А еще он был самым бессовестным эксгибиционистом со времен Барнума и Бейли. Чего, по-вашему, они надеются добиться этой войной? Они надеются обрести свободу. Наивные бедолаги. Они ее получат, мистер Бентли. Я им ее дам. Лоуренс и Аравия. Вместе они творили историю. И теперь звезды мировой величины поведают нам о том, как это было. Алек Гиннесс в роли принца Фейсала. Англичане славятся жаждой освоения земель. Боюсь, они жаждут Аравию. Энтони Куин в роли Ауды и Бутаи. 23 раза меня ранили в бою. 75 человек я убил в бою своими руками. Я обращаю врага в бегство. Я сжигаю его шатры. Я отбираю его стада и табуны. Турки платят мне дань золотом, и все же я беден, потому что я река для своего народа. Джек Хокинс в роли генерала Алленби. Твое имя будет знать каждый. А вот чтобы выяснить, кто такой Алленби, придется идти в музей. Я никогда еще не встречал такого выдающегося человека. Оставьте меня. Оставьте меня. Хосе Феррер в роли турецкого бея. У вас очень светлая кожа. А также в ролях Энтони Куэйл, Клод Рейнс, Артур Кеннеди, Омар Шариф, Питер О'Тул. Первый художественный фильм за 5 лет от авторов «Моста через реку Квай». Омар Шариф в роли Али и Питер О'Тул в роли Лоуренса. Лоуренс Аравийский. Автор сценария Роберт Болт. Продюсер Сэм Шпигель. Режиссер Дэвид Линн.